Здравствуйте, меня зовут Женя Лебедева. Я художник-иллюстратор. Я умею радоваться жизни. И мне хотелось бы, чтобы каждый человек смог научиться этому. Когда я вижу, как люди смотрят на мои иллюстрации, улыбаются, я вижу, что это детская искра, это счастье, радость, наполненность просыпается у них на какое-то время. Мое художественное приключение началось еще в детстве. В нашем дворе все друг друга знали, и я делала маленькие открыточки и продавала их по 50 копеек всем своим знакомым, и я собирала все в копилочку. Но потом, когда нужно было уже покупать, мы с мамой ходили в магазин и покупали разные принадлежности для того, чтобы я могла продолжать свое занятие. В 11 классе, когда я уже переехала в Израиль, я попала в художественный класс. Выставлялась на нескольких выставках. Мне очень понравилось, я чувствовала, что это прям мое. Мне очень хотелось бы этим заниматься. И я поступила в Шинкар. Там я училась разным направлениям и рисованием, и скетчингу, печати, фото, видео, но больше всего мне нравилось именно рисование и скетчинг. Поэтому после школы я купила себе iPad и начала дигитальное рисование. Я уже нарисовала иллюстрацию для одной книжки детской. Этот процесс меня очень-очень вдохновляет. Каждый раз, когда смотрю на свои персонажи, они просто такие милые, такие хорошие. Всем хочется рассказать и сразу показать. У каждой иллюстрации или работы есть своя энергия. И на эту энергию приходят люди. Так как я взращиваю в себе эту энергию позитива, счастья, я могу ее очень легко передать. Поэтому все, кто действительно чувствует и могут как-то внимать именно мою энергию, они всегда приходят и наслаждаются нашими работами вместе. Я тот человек, который все ваши мечты, задумки, какие-то планы, которые вы не можете передать на бумаге, могу нарисовать в самом лучшем ключе. Это будет что-то волшебное, что-то, что сразу будет говорить вам о том, что все возможно. Все, что вы придумали и хотели когда-либо, все возможно.